Команда Ахтубинского района заняла первое место в региональном форуме «Здоровый район, здоровый регион», а также во всероссийском форуме, в котором принимало участие все муниципалитеты Астраханской области, «Здоровый регион, здоровая Россия». Команда была награждена почетной грамотой и дипломом. Кроме этого, по проведенным мероприятиям, по форумным кампаниям по итогам года, администрация муниципального образования Ахтубинского района была награждена почетной грамотой Агентства по делам молодежи за большой вклад в развитие молодежной политики на территории Ахтубинского района. Мне хочется сказать и выразить благодарность всем учреждениям, это и учреждения образования, учреждения культуры, учреждения молодежной политики за проведенные мероприятия, за тот вклад, который они сделали в этом году. Скажем так, год был, конечно, сложный, но он был насыщенный. Он был интересный, и, конечно же, мы надеемся, что будущий год он будет еще ярче, наши показатели станут еще выше. Зональный центр муниципального образования Ахтубинский район занял первое место в военно-патриотическом смотре, конкурсе к 75-летию Победы. Вот, и получили памятные призы. Винтовка, автомат и пистолет. Это пневматика. Вот, очень нужные вещи нам, потому что у нас есть патриотические игры, у нас есть раздел «Патриотика», где мы с ребятами, они участвуют у нас, играют в какие-нибудь патриотические игры, то есть у нас есть экстрим-лагерь, где там тоже они участвуют. Не зря мы старались, не зря выиграли. Выражаем огромную благодарность всем учреждениям города Ахтубинска, которые принимали участие. Это вот наша общая победа.